Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Русские атаковали новый инстаграм Джонни Деппа. Передают друг другу оливье, за импровизированным столом обсуждают свои дела. Продам летние шины, сниму квартиру в Долгопрудном. Игорь, купи кексиков к чаю, люблю. Сообщение мужу. Пожалуйста, еще вилку. Вспомнили и про Деппа, да не грусти ты так, прокомментировали его снимок. Приезжай к нам в Краснодар, как только рейсы возобновятся. Спасибо. Это осел Арнольда Шварценеггера ждет, пока терминатор проснется и откроет ему дверь. Все показатели ослика в норме. Судя по твоей температуре, размерам зрачков, моторным функциям. Добро пожаловать на завтрак. На воде и кукурузных хлопьях сидит Роберт Паттинсон. Его подруга Сьюки ленится готовить. Звезда фильма «Игра престолов» Софи Тернер беременна. Теперь в ее доме такие порции. А готовит муж, музыкант Джо Джонас. Модель Рози Хантингтон-Уайтли в белых носочках крадется на кухню. Муж Джейсон Стэтхэм не слышит. Зато в постели Рози фотографирует свои босоножки. Просмотры ее страницы в сети падают. Рози, фотографируй мужа. Что ты делаешь? Возмещаю ущерб. Дженнифер Энистон живет сейчас одна. Видеозвонки с лучшей подругой Кортни и ее дочкой обязательны каждый вечер. Забыли про одежду в изоляции? 21-летний сын Бекхэма в Бруклин с подругой-моделью. Маме Виктории лучше эти снимки не смотреть. Майли Сайрус изолировалась с бойфрендом, тоже манекенщиком. Вот она, проверка отношений на прочность.